Я понимаю, весна, а не то, что было 2 дня назад. Суббота, утро, я снова выгляжу как монстр, не как девочка. Я только что проснулась и сейчас буду кушать, завтракать едой из чопстика. Завтрака лучше не может быть. О, кресло, как я люблю кресло. И у меня болит рука, потому что я держу свою камеру. Я сегодня решила, что я буду снимать влог только на камеру. И я сдержу свое слово. Сейчас мы скоро поедем уже в порт. Мне надо еще собрать мой ноутбук и все айпады, айфоны, зарядки. И сегодня уже суббота, уже все, мы уезжаем. Слава богу, я с Полиной еще не расстаюсь. Мы с ней уезжаем в Финляндию. Еще на неделю. Ну, на 10 дней, если быть точнее. Надо было мне закрыть чемодан. Папа поехал, чемодан открылся, я там все вывалилась из него. Сейчас там происходит взрыв. Маленькая прелесть, не хочет, чтобы мы уезжали. Да, бэд. Фу, ребята, это жесть. Мне сейчас нереально тяжело. У меня очень тяжелый портфель со всякой электроникой. Еще вот плюс этот чемоданчик папа мне дал. Мы не взяли бутылку воды в салон. Заяц может сбегать на место. Мы как настоящая семья водохлёб. Мы едем, едем, едем. 58-й нас догоняет. Кто кого? 58-й? Или мы? Походу мы выигрываем. Да, мы выиграли. Люблю красную деревню, бабуля. Отель Уру. Кто видел этот ГПС в жизни веселых подростков? Все видели! Вперед! Это Я прям вся такая в термобелье. День первый лыжного катания. Мы все в термобелье. Ну что, поехали?
такое ощущение, что в начале каждого влога я сонная. Какое сегодня число, блин? 29-е? Сейчас 29 марта. А не 30-е? Поздравляю Лизу Шахову с днем рождения. Сегодня мы обратно едем в Таллин вместе с Полиной. И завтра она уже уезжает. Но она обещала, что она еще обязательно приедет. Я думаю, что я тоже к ней приеду. Чего? Полина сейчас на втором этаже. Такая, прям как это, Джульетта. Ставь красивую позу. Потом заскринишь себя. Ну что, ребята, давайте сядем в машину, я с вами побеседую. Шагаем в угах. Я вообще думала практически гулять, но уже как бы нет времени. Потому что все собираются, потому что... В доме просто паника, потому что мы типа опаздываем, но мы не опаздываем, но мы просто боимся опоздать. Да. Как я точно подбираю выражение. Здесь такое классно, я так не хочу задержать, серьезно, здесь очень круто. Я просто влюбилась в это место и, не знаю, я очень здесь люблю находиться. Вот. Ну, конечно, по дороге я буду слушать музыку. Вот. Но больше всего мне не хочется прощаться с Полиной, потому что с ней было как-то весело. Кстати, вот здесь, вот сейчас скажу. Когда я снимала клип на песню «Лучшая ночь» от Максима, этот клип я выставила ВКонтакте себе. Я сейчас клип выставляю только ВКонтакте. Я поставила iPhone вот сюда. На ящик, где те хрени находятся. Я не знаю, что это. Вот сюда. Короче, ребята, сейчас все шли в супермаркет. А я осталась в каюте. Вот так вот выглядят наши каюты, кстати. Вот эта вот кровать, она опускается. И эта тоже кровать, она опускается. Я сижу внизу. И там туалет, а там выход. Поскольку у меня очень сильно укачала машина, я отлеживаюсь. По своему самочувствию я нашла, чем поднять себе настроение. И это остались духи от Ники Минаж. Да. Кстати, у Полины точно такие же, и я поэтому их захотела, потому что я никуда не ходила. Полина купила себе духи от Ники Минаж, и я в них влюбилась с первого взгляда. Кстати, у Полины вон они там стоят. Ну что, ребят, Полина уехала, и вот это вот как раз то место, с которого и начинался, в принципе, влог. Я сидела на кресле, все как-то очень быстро произошло. На самом деле, я уже по ней скучаю, и это естественно, потому что... Она действительно настоящая подруга. Я не знаю почему, но вот она вот настоящая мне подруга. Почему-то вот мне так кажется. Ну, она пообещала, что летом ко мне приедет. Или я к ней летом приеду. Ну, посмотрим. Вот. И, в общем-то, я очень хочу с ней еще раз увидеться. Мне безумно жалко, что она уже уехала, но я очень надеюсь, что мы с ней в скором времени опять встретимся, ведь уже скоро лето. Сейчас конец марта, еще 2 месяца, и уже будет лето. И, в принципе, 2 месяца, которые мы ждали, чтобы она ко мне приехала, когда мы уже точно сказали за 2 месяца, что она приедет ко мне. И эти 2 месяца прилетели очень быстро. Я надеюсь, что эти прилетят так же быстро. И, как говорится, не нужно быть важным, важно быть нужным.